Здравствуйте, вот 21 век. Мы чистим дорогу в Алгайске, Лузенского района, со второго отделения. Видите, какая техника? Техники никакой нету. Все руками. Платим за дороги, за все. И что делать? Уже неделю в город не ездят, ни продуктов, ничего нету. Все на работе, дети болеют. И как проехать не надо? Помогите нам, пожалуйста. Мы здесь вообще устали. Чистим каждый день руками. Это все. Вот собираемся 20 человек, 15, и чистим дорогу. Вот пробиваем след. Где наша администрация? Кому мы денег платим? Кто выделяет на этот бюджет вообще? Что нам делать? Мы будем жаловаться президенту. Так что давай чистить дороги. У нас дети болеют, все болеют. Выехать не можем, продуктов нету. Что делать?